Здравствуйте, любители виноградной лозы. Сегодня 16 июня, и виноград перед нами, агат донской, который растет у меня за участком. Посмотрим на его развитие. Два побега, так как и было, так они и есть. Первый кустик. Второй кустик. Тут у нас только один побег вышел из земли. Так. Вот третья яма, где был посажен виноград. Здесь прошлое видео, когда я снимал, вообще ничего не было. Вот на данный момент вижу, вышло каких-то три побега. Раз, два. Вот тут третий. Я третий сразу уберу, потому что он не надо. Будем только два отсюда выращивать. Дай бог, чтобы они выросли до конца осени. Так, и четвертая яма. Тут у нас тоже один побег растет. Вот это сюда были посажены саженцы очень-очень слабые. Ну, так и видим, что они очень-очень слабо развиваются. Вот. Если вам интересно в дальнейшем, как будет развиваться этот виноград, подписывайтесь на канал и смотрите обновленное видео. До новых встреч!